Я написал рассказ Якутия 2045 и даже опубликовал его в виде книги. Его даже можно купить, по-моему, на разных этих площадках Литрес, Озон там и так далее. Вот и там я очень много, ну большой длинный рассказ там, как я вижу Якутию 2045 года, у меня был. Но это я написал скажем, в 17-м году. Ну, с тех пор, наверное, мое видение сильно не изменилось. Вот. Я думаю, что технологии будут развиваться, и технологии изменят вообще всю социальную структуру общества. И, безусловно, Икутию ждет процветание очень богатая обеспеченная жизнь. Значение языков, культур, вообще в целом в мире, оно будет меняться. Я думаю, что дальше, когда технологии дойдут до того, что все будет унифицировано, все будет автоматизировано, мир придет к пониманию высокой ценности. Уникального, ну, уникальной национальной культуры. Все равно человечество к этому придет и цениться будут, и будет доставаться из прошлого все наследие, которое есть. Вот, то, что народ Саха здесь, мы на севере все, что сохранили, наше Олонхо, наше декоративно-прикладное искусство, все вот эти шедевры, они будут доставаться, изучаться и с помощью компьютеров они будут транслироваться, репродуцироваться и так далее. Я думаю, что технологии станут доступны отдельным людям. То есть мы же жили во времена, когда, допустим, станки с числовым управлением, это только крупные корпорации могли себе позволить. Сейчас, в принципе, 3 d принтером там никого не удивишь. Или вот профессиональная видеотехника была только на телевидении там, или у кого-то сейчас в принципе каждый ребенок там ходит с айфоном который снимает в принципе на профессиональном уровне то есть технологии станут все более доступны простым людям и благодаря этому конечно наша жизнь здесь сильно изменится потому что можно будет что-то производить маленькими тиражами и это будет достаточно востребовано Потому что сейчас, конечно, пока такого нет. Допустим, сшить одежду там вручную, это невыгодно. И в этом плане, конечно, нас ждет кризис сельского хозяйства, потому что автоматизация сельского хозяйства ведет к тому, что курица там, выпущенная полностью роботами, сделанная, она, конечно, будет там 10 раз дешевле, чем говядина, которую мы здесь в Якутии традиционным способом вырастили. Соответственно, там такой будет сильный дисбаланс, что в какое-то время люди будут покупать, выбирать вот более дешевую промышленную продукцию. Это будет касаться и одежды, и, главное, искусства, и контента, и тому подобное. Если мы этот период выдержим, то в какой-то момент, я думаю, должно наступить, человечество захочет покупать, допустим, мясо, которое выращено полностью экологическим путем, на экологически чистых землях. И тут вот наше, тогда, наше сельское хозяйство тогда будет востребовано. Но к этому надо еще прийти. Это Я думаю, что это лет 10 вот должно пройти, пока промышленное сельское хозяйство не полностью не покроет всю планету Земля. И стоимость продуктов питания, например, я думаю, будет снижаться, снижаться, снижаться и дойдет просто до каких-то минимальных значений. Одежда, продукты питания, мебель, Недвижимость, ну все, что производится, все, что производится руками, все дороже. Все, что будет производиться роботами, все гораздо будет дешевле. Разумеется, вот в области здравоохранения ждет огромный прорыв. В первую очередь потому, что тоже до сих пор нет глобального анализа больших данных. Истории болезни там, миллионов людей. Когда миллионы людей будут свои данные отправлять в один большой компьютер, и этот большой компьютер будет все сопоставлять, он будет знать о болезнях человека еще до того, как он заболел. И вот тут тоже должен быть произойти огромный прорыв на основе больших данных. И благодаря этому в здравоохранении и в продолжительности жизни, видимо, будет очень большой прорыв вперед. Города перестанут быть таким этим иметь такое значение. Потому что э, благодаря технологиям можно будет жить там, в 100 километрах от Якутска в, в тайге на голом месте. Человек может получить полностью все удобства, быть э, в интернете, на связи. И здесь Якутия тоже может внести вклад э, в мировую экологию, потому что наша тайга ⁇ это естественный... Э, потребитель углерода. То есть каждое дерево – это углерод в твердой форме. Если дерево растет, его не сжигает, углерод остается как бы... Поэтому наша тайга, она вот спасает весь мир от глобального потепления. Соответственно, я думаю, что в будущем значение экологии в Якутии, вообще в северной части Азии, вся Россия, там, Арктика и так далее, оно с точки зрения мирового сообщества будет... Значение этой экологии только возрастать. Я хочу сказать, что вообще все, что человек хорошо умеет делать, все дано ему предками. То есть кто-то хорошо поет, ему это легко дается, кто-то хорошо там, в спорте, допустим, быстро бегает, или сила физическая есть. Кто-то там в бизнесе, кто-то в госуправлении, кто-то в чем-то, да, кому-то у всех есть какие-то свои способности. И они, как правило, даются предками. То есть то, что хорошо получалось у их предков, тоже хорошо будет получаться и у тебя. Поэтому я думаю, что я в своих каких-то потомках сохранюсь. И так же, как мои предки сейчас вот где-то говорят моим голосом. Да, вот это идет, двигается, и все нормально. И так и будет.